Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Ванша Калпатару Вешакипа Синду Бевача Патитанан Павуни Бхавишна Бибхио Наму Намаха Муканкару Дивача Ланг Пангунг Ланг Хайти Гирим Яткипа Тамаханг Банди Парамананда Мадама Бриндавай Тулсиде Бхайпиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тату Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеши Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Бараньо Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Битатихам Панатопаль Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатай Висфуриджитагма Пигупавадушу Адарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату Санкитанай капитару камала ятакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапалу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Рама Рама Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасиниттам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджишва Бадани Лакшмир Яшача Бхакшаси
Ясясти де самбид, пам нишингамахам бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Ивам ману карма басам праджукте, ави даятмо ни уподхи йомане, притир на явад маивасу деве, наму чате дехо йоге натават, ивам ману карма басам праджукте, ави даятмо ни уподхи йомане, Притирн явад мои васу деве, наму чати дехо йоге натават. Гаурия Госвипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Джагат Гуру Прабхупад told. Гаурия Госвипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если, почувствовав самбандху гьяну, связь с Господом, вы будете воспевать харинам из глубины своего сердца, то тогда любая дух санга, дурное общение, оно все улетучится, подобно камфоре. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру сказал, что по милости Гуру Вайшнава, почувствовав чувство связи с ними, самбандха гьяну, поскольку если нет самбандха гьяны, то тогда нет вопроса, чтобы избавиться от влияния майи. Вначале всего мы должны обрести самбандху гьяну от гуру и вайшнавов, и обретя самбандха гьяну, то тогда, несомненно, мы осознаем наши обязанности, наш долг. И если мы понимаем, что мы, например, ребенок своей матери, и узнаем о наших обязанностях, о нашем долге по отношению к матери, и мать, соответственно, также. И вот вначале мы должны обрести самбандху гьяну, и после этого тогда мы сможем двигаться к Абхидее, к нашей цели. Но перед тем, как осознать самбандху гьяну, мы можем, если кто-то думает, что можно начать Абхидею, путь к цели, то это глупо. Не развив самбандху гьяну, знания о наших взаимоотношениях с Верховным Господом, Гуру, Вайшнавами и Бхагаваном, то это глупо. Что говорить о прайоджане, нашей высшей цели? И вот Шрила Прабхупад говорит, почувствовав эту самбандху гьяну, чувство нашей связи с Господом, если мы будем совершать харинам под руководством чистого гуру вайшнавов, то тогда все дух санги, дурные виды общения, они уйдут. Нам не нужно будет думать об этом. Единственное, что мы должны быть искренни в этом отношении. И хотя асатсанга, что значит асатсанга? Это значит майвади, всякие гьяни, они апхилаш, какие-то посторонние желания, все это асатсанга. И также я говорил о том, что Махапрабху хотел сказать, асатсанга значит то, что те, кто майвади и прочие непреданные Кришне, и вот они не бхакты Кришны, но вайшнава оскорблений не совершают. И потом следующие непреданные Кришны, потом Стрисанги, Йошитсанги. Я перечислял их всех. И вот дух санга, все дурное общение, осознанно или неосознанно, оно
чинит препятствия на пути нашего баджана. Гурупад Падма часто говорил, что путь преданности, особенно путь чистой преданности, он очень великолепен, он очень высок, настолько высок и великолепен, что на этом пути чистой преданности так много проблем могут возникнуть и прийти в нашу жизнь. Вот это слово «кантхака» значит «колючки». Этот путь устелен различными колючками, препятствиями, преградами на пути нашего баджана, которые являются, и они постоянно пытаются сбросить нас с пути баджана. Это обязанность майя, она пытается скинуть нас с пути баджана. Также те полубоги на небесах, они завидуют, когда они смотрят, что кто-то совершает хороший баджан, особенно те, кто принимают саньясу внешне. А те, кто приняли подлинную внутреннюю саньясу, это другое. И те домохозяева, как Шрила Бхактивинода Тхакура, они вечные саньяси. Их врата, она всегда саньяс-врата. Мы, как понимаем, саньяс, кто-то думает, что человек, носящий оранжевую одежду и палку, данду, то это саньяс, некоторые думают. Но Бхагаван Шри Кришна объясняет, что те, кто нитья саньяси, те, кто не имеют никакой ненависти, вражды никому, и не ожидают ничего. Их сердце настолько чисто, их сердце всегда чисто, они не ожидают ничего. Почему? И такое удовлетворение возможно только тогда, когда мы обрели вечное служение без преданности. Это такая удовлетворенность невозможна. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите такие слова. Слово геохи значит, мы должны знать. Те, кто не имеют никаких желаний, надежд, те, у кого нет врагов, что говорить о врагах, даже никакой зависти нет у них, их сердце полностью чисто. Они могут видеть весь мир в связи с Верховным Господом, даже никаким насекомым они не приносят никаких неудобств и беспокойств. Их сердце очень чисто, они могут видеть весь мир в связи с Верховным Господом, и вот такие они саньяси, это саньяса-врата. Те, кто майявади, они думают, что если они оставят все свои действия, то саньяси сразу станут. Но я уже сказал, что никто не может оставить свои действия, свою карму, свои обязанности. Я уже сказал, что Пракрити займет таких людей в различных деяниях, хотя они утверждают, что оставили все. Но это слово саньяса, когда применимо. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он когда принял саньясу, он объяснил значение саньясы. Люди думают, что майявади, они саньяси, но нет, они не саньяси. И вот Махапрабху после принятия саньясы говорит, воспевает славу Верховному Господу, он сам Верховный Господь, но воспевает его славу. И как же понять Рай Раманада Самват? Он поможет нам избавиться от материальной обусловленности, но он не так прост для понимания. И вот Бхагаван Шри Кришна после принятия саньясы говорит,
Если мы хотим пересечь этот материальный океан, если мы хотим принести подлинное благо жителям этого мира, те, кто находится в этом материальном мире, только саньяси это могут сделать. Саньяси – это тот, у кого есть такой милостивый даршан, милостивое видение, куда бы он ни смотрел, даже животные и птицы, он имеет сострадание ко всем. И даже в Бхагаватам, в 11-й песне описывается, Бхагаван Шри Кришна говорит, те, кто по-настоящему приняли саньясу, я не говорю о каких-то ложных саньяси, и в Бхагаватам говорится, те, кто приняли подлинную саньясу, они чувствуют, что весь мир это, они буквально их дети, даже птицы, животные, это их дети. Они чувствуют такое отцовское чувство сострадания ко всем живым существам. И они всегда заняты, чтобы что-то хорошее сделать для них. От имени Верховного Господа они хотят сделать что-то. Они совершают нама-санкиртан, чтобы увеличить сознание других. Это обязанность саньяси. И поэтому Махапрабху говорит, и вот благодаря служению Верховному, служению Верховному Господу можно запросто пересечь этот материальный мир саньяс-мантру, которую мы получили от Гуру Падмы. Там есть такая мантра, мы не должны говорить ее вслух, но эта мантра, она в Бхагаватам. И вот эта саньяс-мантра, которую мы получаем от Гурудева, она также в Бхагаватам. И И вот те, кто саньяси, они повторяют эту мантру каждый день, и в этой мантре четко говорится, что все время мы должны служить Верховному Господу, всем дживатмам. Они страдают, и мы должны подумать, как сделать что-то для их вечного блага, чтобы они максимальное благо обрели, чтобы они увеличили свое сознание, чтобы они развили свое сознание, и если мы поможем им в этом, в развитии их сознания, то тогда они обнаружат их подлинные обязанности. И поэтому, пока мы не разовьем наши прекрасные отношения с Верховным Господом, то тогда до этого момента нет вопроса о прекращении наших рождений и смерти. И так или иначе, вся наша процедура баджана, йоги, гьяни или кто-то еще, все они должны, они должны получить какую-то милость Бхакти Деви, поскольку без ее милости хотя бы немножко Бхакти должно быть. А без этой Бхакти даже в их жизни они не смогут стать успешными. И вот Бхакти должно быть. И вот примесь Бхакти должна быть, поскольку без Бхакти они никогда, эти йоги, гьяни, они никогда не станут успешными. И вот это должно быть Бхакти. Это она полностью сватантра независима. И до тех пор, пока мы не разовьем наши прекрасные любовные отношения с Верховным Господом по милости Гуру Вайшнавов, до тех пор мы вынуждены будем рождаться и умирать. И этот цикл рождения и смерти будет продолжаться. Эбам ману карма басам праюкте Авидаятмони уподхийомани Притирнаявадамайвасудеве Намучате дехо йоге натават. Наше сознание, оно покрыто. Оно есть, поскольку дживатма, дживатма, это гьянамой васту. Есть чит, частический чит, частицы сознания, благодаря которому мы
делаем что-то, поскольку это дживатма, она состоит из чит, из сознания, она анандамой. И вот всегда она гьянамой и нитья-стхити. И вот эти три качества есть у дживы. Когда мы говорим, что Бхагаван, он сачит-анандамой, сад значит нитья. И вот если мы изучим словарь санскритский, то там сад значит честный, но также санскрит очень глубокий язык. И там можно найти, что сад значит вечно присутствующий. Тот, чье существование не прекращалось, тот, кто вечно существующий, и поэтому это сад, слово, используется вечный, а то, что не вечное, мы заняты этими всякими вещами, это зовется асад. И вот разница между сад и асад, если мы поймем эти вещи, если мы поймем разницу между вечным и невечным, поскольку под влиянием времени то, что уничтожается, изменяется, это есть асад. Все, что это не важно, что это, но если оно анитья, не вечное, это асад, то, что подвергается разрушению. Асад – это то, что вечно существует. И вот дживатма – это сад, сад, она имеет качество сад, чити и ананды. Чит значит чин мой, нематериально, трансцендентно, и ананда, сачит ананда, как Бхагаван. И вот наш ум и все тело, даже наш ум, все покрыто майей. И вот атма, она гьянамой васту, но мы не можем осознать это, мы страдаем, но не видим выхода. И поэтому, если мы следуем чему-то, неважно какой духовной традиции, но в начале всего мы должны освободиться от обусловленности, поскольку не освободившись от обусловленности, мы не сможем стать успешными, это невозможно. Mano eva manusvanam karana vandhanam ucchayu. Mano eva manusvanam karana vandhanam ucchayu. Bandhan moksho. Bandhan min pandit. Bandhan значит порабощение, мокша, освобождение. Это мукти. Я уже говорил много раз до этого. Основное определение мукти – это избавиться от майи. Избавиться от влияния трех гун материальной природы, но это не высшая цель, это какая-то основа, это начало. А после этого, что дальше делать? И вот избавившись от проблемы майи, обретя мукти, то что дальше делать, нужно определить, если мы не будем совершать баджан, будем думать о каких-то различных материальных вещах, как, или каких-то этих материальных достижениях, как майвади думают, то тогда мы не сможем совершать баджан. И вот Шрила Прабхупад говорит, обретя мукти, что же потом делать? И вот я вчера говорил, что внешне, если мы
вроде бы у человека могут быть органы чувств под его контролем, он может заявлять об этом, но и вот внешне кто-то может контролировать свои органы чувств, но такой человек может быть обманщиком, поскольку ум очень такое опасное явление. The mithachar is mentally is always getting, you know, association, dirty association, material association. So mind can never go vacant. Ум, как правило, он никогда не может быть пуст. Это невозможно. Что-то должно быть там. Ум не может быть пуст. Это невозможно, что даже йоги, они не могут сделать так, чтобы их ум был полностью пуст. Они пытаются контролировать свой ум, но все же что-то приходит. Then it can make you double problem, triple problem. Ну, нужно что-то еще делать, поскольку бороться с умом бесполезно. Силой, если мы хотим, то есть силой победить ум нельзя, только двойные проблемы возникнут. И вот если вы пытаетесь силой что-то делать с умом, то, как правило, это бесполезно. И каков же путь тогда? Если вы сможете видеть нечто великолепное, нечто прекрасное, если вы поможете вашему уму быть занятым чем-то хорошим, то тогда автоматически вы увидите, что ум будет занят в правильном деле. И вы должны следовать такой процедуре, чтобы занять ум в чем-то хорошем. И вот и решение этому парамдриштва нивартанте, если вы найдете нечто превосходное, и автоматически ваш ум, который ваш ум привлечется к этим более высоким вещам, и в этом случае вы сможете контролировать свой ум и отвратить его от каких-то отвратительных вещей. И достичь успеха сможете. И то, что же я говорю, если вы пытаетесь бороться с вашим умом, то успеха вряд ли достигнете. Сначала с помощью гуру и вайшнавов нужно следовать своей процедуре и отпустить ум. И когда ваш ум привлечется к чем-то великим, то тогда автоматически ум, он изменится. Парамдриштва нивартанте. Когда вы увидите что-то прекрасное, и что это... Я вчера говорил, что нет ничего хорошего, по-настоящему прекрасного в этом мире, только Бхагаван и все, что связано с тем. Если вы чувствуете влечение к нему, то тогда вы сможете избавиться от всех проблем. Иначе нет. Любая процедура, которую вы следуете во всех них, сначала нужно обуздать свой ум.
So how to speak about Raghavan Govardhan when you are thinking so many things? Your mind running towards money, these position, woman, or attachment there, pratishtha. You can become fed up. You can become fed up. Без контроля ума нельзя ничего нельзя сделать, и поэтому я начал с этой шлоки. If you are going to develop love full relationship to the Supreme Lord, then you can. Otherwise, your mind, your body, everything, man, karma dhin. Избавиться от всех проблем можно только, если мы разовьем прекрасные отношения с Верховным Господом, иначе мы ничего не сможем сделать. Мы не можем избежать кармы, но Кришна дал ответ этому. Он дал решение этой ситуации, как вот Риши Муни, почему они совершают карму. Кришна Бхагаван говорит, что Джанакади, лучший из гьяни, который знал все, даже Шукадев Госвами, он получил милость от Джанакади Риши, и великие Муни Риши, они приходили к нему, чтобы получить наставление от Джанаки Махараджа, но внешне он был занят такими обычными царскими делами, но он делал это, поскольку если бы он не делал, то он важный человек в обществе. Если бы он не исполнял свои обязанности, все тоже могли бы делать то же самое, то есть ничего не делать. И вот чтобы занять их в служении, он, поскольку если нет варнашрам дхармы, или даже нет представления ни о какой дхарме, то люди обычно ничего не знают. И а в области этой ведической культуры у людей, как правило, есть какое-то представление, но далеко не всегда четкое. И вот концепция дхармы не всегда понятна. Кто-то может следовать той или иной дхарме, но концепция дхармы, она непонятна даже тем людям, кто находится внутри этого ведической системы. Для многих это не совсем понятно. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: «О Арджуна, я самодостаточен, мне ничего не нужно делать». Но все же я делаю, а почему ты знаешь, поскольку если я не буду делать, то в этом проблема. Все могут имитировать меня и действовать или не действовать, как надо. Эта шлока очень важна, я надеюсь, многие ее знают. Саяк праманам курути рукахастатану вартате. Very important personality going to do. Вот в этой шлоке говорится, что если какие-то важные, знаменитые, известные члены общества что-то делают, то другие им следуют. И это была тактика Шрилы Прабхупады, чтобы приглашать каких-то важных людей в обществе на свои собрания, чтобы обычные люди, они вдохновились и пришли, и участвовали, смотрели, что происходит, и какое-то благо они бы получили. И поэтому это была рада-дасия со стороны Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати. И вот Саяк праманам курути рукахастатану вартате.
обычные люди, они следуют тем знаменитым, известным людям. И вот Бхагаван говорит: «О, Партха, Кришна, смотри, у меня нет никаких обязанностей, но я все же их исполняю. А почему? Чтобы занять их, показать им пример, поскольку они недостойные, не могут оставить карму». И это также мое наставление. Я всегда говорю, что те, кто в каме, кротхи и прочие запутанные люди, если я дам им совет, что они взяли и оставили бы все, но что толку? Если я просто скажу им, чтобы они все оставили и пришли, кто-то привязан к своему делу, детям, семье, и вот если они так оставят свои обязанности, но опять же, их адхикар, он был до, их уровень был до какого-то определенного уровня, то есть они могли заниматься какими-то действиями под до какого-то определенного уровня. Если такие люди оставляют все, переходят в храм жить, например, то, как правило, ничего хорошего не получается. В итоге они свое положение потеряли и новое не получили. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: в этих трех мирах у меня нет никаких обязанностей. Но все же я делаю, поскольку если я бы не был бы занят в исполнении моих обязанностей, то люди не видели бы и думали, что я ничего не делаю. Они тоже бы занимались непонятно чем, и поэтому поскольку я сверхличность, Верховный Господь, и если я показал бы такое, чего не делал, то никто бы не понял этого и занимались бы непонятно чем, и таким образом Варнашрам Дхарма, она бы разрушилась. И вот кто-то может спросить меня, что вне Индии нет Варнашрама Дхармы, ведической культуры, и что же люди делают? И говоря искренне, люди следуют какой-то дхарме, кто-то христианству или там еще чему-то. Я не критикую, я просто говорю научно. И вот они следуют какой-то дхарме. Но через эту дхарму, которую они следуют, она внешне, они не могут обрести осознание, только они вот делают свои обязанности в таком по привычке или а кто-то может спросить, почему какие-то страны очень развиты в материальном, финансовом плане. И Шрила Бхактивинода Тхакур отвечает, что единственная причина, почему они достигли таких материальных успехов, а потому что они, как правило, принимают большую часть с Варнашрам Дхармы, как это многие не слышали, а я говорю об этом. И вот можно вспомнить, я сказал, что согласно нашему праву, нашим способностям адхикару, и вот мы должны заниматься какими-то действиями в соответствии с нашим адхикаром.
правом. И вот в соответствии с нашими прежними самскарами, с нашими склонностями, которые видны в нашей жизни. То есть мы должны заниматься тем, к чему способны. И в Бхагаватам также и говорится и в Махабхарате. И вот то, что Варнашрам Дхарма. That Brahman, he is the son of Brahman, so he must be Brahman. Not that, not that. То есть можно видеть, многие глупые люди думают, что если у родителя родители браманы, то и он браман. Но это далеко не так, это совсем не так. Согласно рождению иногда, конечно, бывает, но редко. Но, к сожалению, многие глупые люди так определяют, кто браман, а кто не браман. Но согласно шастре можно видеть, что те, кто рождаются в браманских семьях, это далеко не факт, что не браманы, могут быть совсем наоборот. И вот Риши Муни, они сделали все в соответствии с склонностями человека, как, например, Ришабхадев, он, смотрите, Бхагаван, но явился как кшатри, и вопрос, как это было возможно для тех... И вот, у него среди 100 человек, 100 сыновей, 80 стали кармаканди браманами, этот главный вопрос. И также Парашурамджи Махарадж, он родился в браманской семье, но действовал как кшатри, много доказательств этому. И Васишта Муни второй раз он родился у Урваши, а гости Муни из горшка, и можно посмеяться над этим, но это есть только в том случае, если у вас недостаточно развитое сознание, и все, о чем я говорил, если вы не можете найти подтверждение этому в своем опыте, то вы можете не понять. Вот смотрите, Риша Симха Муни, он был браманом, но родился от оленя. Риша Симха Муни. И таким образом Дроначарья из колчана стоял Дроначарья. И это... И вот Махарадж пример приводит, если взять не пропаренный рис, а то если его поместить, просто куда-то поместить, он портится, и потом можно обнаружить, что там скорпионы завелись. Итак, и такой сырой рис, если он пропадает, то под влиянием воды, воздуха, так он пропадает, и портится, и там можно найти насекомые какие-то, а потом они вырастают, скорпионы получаются, скорпионы там образуются. Вот скорпион может родиться от отца и матери, и также из этого пропавшего риса он тоже может родиться. И вот и с пота от нашего пота тоже много всяких живых существ может быть. И вот процедура Бхагавана, Верховного Господа, очень обширна, и поэтому очень хорошо, если мы примем помощь бхакти-йоги, поэтому я так много объясняю. И вот, смотрите, Бхагаван говорит, если я не буду исполнять свои обязанности, поскольку Бхагаван Си Кришна, он в форме кшатри исполняет свои обязанности, и вот Бхагаван говорит,
И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, главное благо этой Варнашрам Дхармы то, что контролировать общество научным образом. Если это Варнашрам Дхарма сломается, то одни проблемы возникнут, как сейчас можно видеть. И до тех пор, пока общество имеет уважение к этой Варнашрам Дхарме, Варнашрама Дхарма, она вечно присутствует, но все же можем видеть, что Бхагаван Шри Кришна помогает этому развиваться. И также мы видели в Гите Бхагаван так много вещей писал. И вот все. И вот сейчас я хочу хочу ответить на такой вопрос, вот на в такой неведических странах, без всякой культуры. Иногда такие люди, можно видеть, забираются на вершину процветания. А Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что единственная причина, почему это происходит, и какова же причина, а в том, что неосознанно, осознанно или неосознанно, они следуют очень важному правилу в их обществе. С рождения они смотрят на детей в детском саде или еще где-то, и вот они смотрят чувства этого мальчика, если они видят, что он философ, они дают возможность ему следовать, изучать философию, когда они видят, что он инженер какой-то, склонность к всяким изобретениям и прочим, они помогают, если видят, что человек-спортсмен, они тоже помогают ему достичь успеха. И вот they are following this procedure, that is why we can give, we can see prosperity in their life. Also another point, though we и также, когда мы, если мы заявляем, что мы честны, но мы нечестны на самом деле, нет честности у нас, основа то, что кто-то следует каким-то правилам и предписаниям, установленным правительством, но а иногда можно видеть, что в каких-то не столь развитых странах экономика контролируется мафией только. Chanakya Pandit, he wrote so many things, even big, you know, economists, still today they are thinking, what kind of thesis given by him, not a matter of joke, you know. So, their economy is controlled by demand and supply, which is the basic thing of economics, which is the basic thing. И вот основа экономики – это так, вот, теория о спросе и предложении. И согласно спросу возникает предложение, а если нет спроса, то и предложение, соответственно, уходит. И вот в тех странах, где следуют этим принципам, там свободная экономика, и люди достигают успехов в своих делах, поскольку в спорте, например, в научных изысканиях, я вот пример приведу. Был какой-то этот индийский ученый, генетику изучал, попросил денег у индийского правительства, чтобы заниматься своими исследованиями. Правительство сказало, денег нет. Это прежнее правительство. И вот сказали, что денег нету, и потом этот ученый пошел у американцев денег просить, а здесь сразу вопрос задали, когда вы приедете к нам, вот хотите прямо сейчас, вот сегодня выезжаете. В общем, все мы здесь сделали. И
В итоге за короткое время он доказал свою теорию, все тезисы, и Нобелевскую премию получил. И американские люди сейчас могут сказать, что вот мы получили Нобелевскую премию, но кто получил, какой-то индийский ученый. И вот любые ученые, доктора, они должны, философы, они должны быть международные, нельзя их заключать в какой-то определенный район. И поэтому, почему они достигают этого? Потому что следует природе и какого... If you are going to get service, they are going to see what is your educational qualification. Competition is there. Now, educational qualification they can see. But in foreign country, if somebody is going to get here, they say, or in competition for the service. Сказать, где учился, какое образование, какой степень, там, чего-то там, бюрократия, в общем. А на Западе можно наблюдать, что смотрят вначале всего на способности человека, а в последнюю очередь на его такое официальное образование. И поэтому на Западе можно видеть, все гораздо быстрее и успешнее проходит, поскольку там занимают правильных людей в правильных местах, несмотря на их образование и прочие бумажки. So that is why they are successful and we are not successful because we are in politics. А в Индии не успешны, поскольку занимаются политикой везде, где. И, к сожалению, это вот так происходит, одна политика везде. И поэтому успехов в других областях нет. И вот Махарадж Варнашрам Дхарму описывал достаточно давно, что говорил, что нельзя человека согласно рождению определить к чему-то, нужно его качество сначала узнать. И поэтому... According to Varna Dharma, somebody taking birth, if suppose и вот согласно Варнашрам Дхарме, если кто-то рождается, кто-то может в браманской семье родиться, но его характер, его качество совсем не похожи на брамана, и, соответственно, нужно определить его, в какой же он варне. You will have to consult doctor and accordingly you will have to. That's why Jabal Saptakam, I already told, there is no security of his birth. И вот Махарадж пример приводит с этим Джавал Сатьякамом. Неизвестно было, где он родился, кто его отец. Мать спросили, а мать сказала, что не помнит, кто его отец, но Гаутамья Муни, когда он услышал его ответ, что его мать не знает, кто его отец, и он произнес эту шлоку, что главное качество брахмана в этой правдивости. И согласно этой формуле, Гаутамья Муни был на 100% уверен, что «О, мой сын, я уверен, что ты брахман, поскольку не имея такие брахманские качества, ты не мог бы произнести
такую истину, тем более перед публикой, поэтому этот признак говорит, что ты, несомненно, браман. Какие-то посторонние люди, они могут в материальном плане какие-то успехи, каких-то успехов достигать, но в духовном плане это не так. И вот Индия — это наивысшее место карма-кшетры, дхарма-кшетры и карма-кшетры. И вот в Индии здесь это возможно следовать ведическим правилам и предписаниям, если вы следуете, а можете следовать, это дхарма-кшетра, куру-кшетра. И вот первая шлока Гиты вот об этом. И что я хочу сказать, вся система кармы, поскольку никто не может избежать кармы, я вчера говорил об этом, никто не может избежать кармы, поскольку согласно их самскарам, пракрити, и вот пракрити занимает нас, но мы думаем, что это мы делаем, это в этом наша ошибка, и поэтому это аханкар, ложное эго, оно приносит нам проблемы, и поэтому в Гите Бхагаван говорит, те слепые люди, те, у кого нет представления о том, что такое карма, гьяна, бхакти, и те, у кого нет татва, гьян, они такие слепые люди, которые поглощены только материальным наслаждением. И сейчас, если человека такого... Если кто-то такому человеку говорит, что хочет сделать его гопи, то как это возможно, они даже... свое положение не могут осознать, что говорить о чем-то еще. И поэтому те, кто игнорирует Гиту, такие люди обречены на смерть, они даже основ не понимают. И вот Бхагаван дает наставление Арджуне. О, Арджун, те, кто полностью находится в таком невежественном состоянии, ничего не знают, кроме своего материального тела, ума, какое-то своего богатства, вот для таких людей это очень опасно, не прекращай. А, то есть не таких людей, сложно им достичь успеха, что-то делать на духовном пути, это тем более сложно, а постепенно, по шагам мы должны так постепенно приводить этих людей к успеху, чтобы они сами поняли, как пример этого Триндади Саньяси из Бхагаватам. Очень хороший пример. Группа Падма говорила о нем. И Шрила Прабхупад также говорил об этом иногда. И вот этот человек был очень поглощен в свою торговлю, даже игнорировал потребности семьи, детей, жен. И в итоге в один день он потерял все это, по милости Верховного Господа произошло. Вот этот, и все деньги ушли, богатство. А родственники выгнали его из дома, поскольку у него ничего не осталось. Тут еще царь пришел налоги забрать, и разбойники пришли, и в итоге вообще ничего не осталось, и выкинули его из дома. И после этого как-то по милости Чайтья Гуру, он развил непривязанность.
Это наверняка милость Верховного Господа, почему же это все произошло? Поскольку я никогда не чувствовал ни вечности всего материального. Но сейчас я чувствую, что все бренно, нет ничего вечного, и поэтому я должен пытаться сделать что-то для удовлетворения Верховного Господа. Я должен принять саньясу, чтобы служить Верховному Господу полностью. И поэтому он принял триданди саньясу, и после этого и он испытывал много неудобств, люди пытались ему навредить как-то, но он был не привязан, он был отречен от всего и не уделял этому внимания. И поэтому Дир Саньяса и Нарутам Саньяса, есть вот несколько видов саньяса, видя саньяса и... И вот Нарутам Саньяса и Дхира Саньяса есть. И вот Бхагаван дает наставление Арджуне: о Арджуна, не пытайся нарушать этих, жизнь этих людей, которые поглощены своим наслаждением. Постепенно нужно выводить их, иначе И вот Бхагаван Шри Кришна дает такое наставление, что люди, такие глупые материалисты, они, как правило, находятся под влиянием трех гун материальной природы. Сатва, раджа, тамагуны. Сатва, раджа, тамагуна, они заняты под их влиянием. И в этом случае сатья, раджа, тамагуна, и вот таких людей не стоит беспокоить как-то, и поэтому Кришна Бхагаван говорит: не пытайтесь как-то их беспокоить. Если вы нарушите их жизнь, их привычный уклад жизни, они в таком подвешенном состоянии будут, поскольку они и духовному не могут следовать, и материальное потеряют, и вот будут в таком неудобном положении. Те, у кого нет знания, те, кто пребывают в невежестве, таких беспокоить таких людей не стоит. Лучше подождите и посмотрите, что произойдет. И поэтому Джанака Дериши был очень хитер. Он и Бхагаван Шри Кришна хотел занять их своих этих в исполнении своих обязанностей. И вот парадхарма, если вы кшатри, Бхагаван Шри Кришна говорит: Арджуне, о Арджуна, ты кшатри. Естественно, у тебя есть природа кшатрия, если ты игнорируешь свои обязанности и хочешь жить как браман или вайшнав и на подаяние, то это плохо. Пытайся понять, я говорю о каких-то основах дхармы, которые приходят в этой ведической системе, но не в нее.
Но Бхактивинода Тхакур в Джавадхарме пишет, что они следуют согласно своему статусу, и когда их удача достаточно велика, они могут осознать это и изменить свой путь, но это достаточно редко. И вот они заняты в гуне и карме. И они всегда совершают свою гуну карму согласно влияниям трех гун материальной природы. И Бхагаван Шри Кришна говорит, что таких людей не нужно прямо сейчас беспокоить, пускай занимаются своими делами. И вот те, кто невежественные или недостаточно развитые люди, то их не нужно беспокоить сейчас, поскольку обрести бхакти, понять, что Васудев везде, это не так просто, они не поймут. И даже если поймут, даже если вы поймете, что Васудев, он везде, Верховный Господь, он везде. И поэтому Бхагаван, он в этом стихе говорит: и вот такой махатма, такой саду очень редко кто может осознать то, что Васудев, он присутствует везде, что он может чувствовать присутствие Васудева везде, Бхагавана. И вот это очень-очень редко. Но мы, как обезьяны, прыгаем туда-сюда, чтобы поймать луну. Обезьяны, конечно, могут прыгать, но как луну поймать? Где луна и где обезьяны, но мы как обезьяны пытаемся ее поймать. Это такое болезненное состояние. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, мы не должны вот беспокоить таких людей, не готовых, и постепенно под влиянием природы, природа его поменяется. Поскольку санга, благодаря подлинному общению, можно изменить свою природу. Это не значит, что за одну ночь можно изменить всю свою природу и натуру. Это невозможно. Если вы любите гуру вайшнавов, если вы слушаете харикатху, если совершаете должное общение, и вот и результат такой саду санги в том, что вы, несомненно, измените свое настроение. Не то, что вы общаетесь с гуру вайшнавами, и у вас все так же, нет. Вы будете меняться. Пересечь этот материальный океан, для этого есть один путь, это сатсанга Махапрабху. Он показывает нам пример. Есть глубокая философия, за этим глубокий план. Бхагаван, он хочет открыть мистерию всей процедуры баджана, что такое карма, гьяна, гьяна, миша, бхакти и прочее, прочее, через эту процедуру. И те, кто не изучают санатана шикшу, те, кто не изучают рупа шикшу, те, кто не изучают рай рамананда сават, те, кто не изучают читание Бхагавату, они должны оставить баджан, поскольку они не смогут достичь успеха. Те, кто не изучает вот ту же гиту, по крайней мере, те гауди, они должны осознать это, по крайней мере. Иначе они не могут войти на этот путь. И даже основная идея гиты должна быть у них, чтобы никаких неправильных пониманий не возникало. И вот поэтому здесь говорится то, что мы не должны беспокоить своей проповедью таких людей, которые не готовы, пускай они следуют своим обязанностям и исполняют свой долг. А такие, конечно, есть такие великие личности, как Джанак Махарадж, которые могут занять всех в служении, но вайшнав – это не шутки. И вот потом я вернусь к вчерашней теме, что когда мы родились, у нас есть
какие-то долги по обязанности по отношению к кому-то. Мы в долгу рождаемся. Я уже сказал пару дней назад о том, что вот есть долг перед ришами, полубогами, родителями, буддами всякими. И стать вайшнавом – это не шутка. Мы должны понять все это очень глубоко. Кто такой вайшнав? Шрила Прабхупад говорит, если мы будем искать по всему миру, это не говорю, Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта Сарасвати, Де Прабхупад, поскольку некоторые путают. И вот Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта Сарасвати, где что сказал, я скажу, если мы будем искать вайшнава во всем мире и сравним, то Шрила Прабхупад говорит, количество вайшнавов настолько мало. Если вы будете искать весь мир, то вы увидите, что чистые вайшнавы, те подлинные, одобренные вайшнавы Верховным Господом, их очень мало, это не шутки. И вот мы должны понять эту шлоку, я говорил о ней раньше. И те, кто поклоняются Вишну, они через Варнашам Дарму так или иначе, они поклоняются. Внешне не следует, может, Варнашам Дарме как-то, но наивысшая цель – это чтобы Вишну был доволен. И вот бесчисленные вайшнавы среди них, чистые вайшнавы Парамхамса, они очень и очень редки. Мы не можем даже представить, насколько они редки. И вот тот совет, которому мы должны следовать, он таков. И вот можно вспомнить первый вопрос, какой был Махапрабху. Спросил, что такое свадхарма. И вот свадхарма, если мы находимся на ведическом пути, то свадхарма значит гуна, карма, которую сотворил Верховный Господь согласно гуне и карме. И мы должны вот следовать этой процедуре, чтобы достичь успеха. И поэтому Бхагаван Шри Кришна указал, например, какой-то кшатри, если хочет стать брахманом, это невозможно, поскольку природа, она диктует свои условия и то состояние, в котором мы находимся. Вот среди сыновей Ришабхадева 80 стало брахманами. Как это возможно, хотя тот был кшатри? Хотя, может, кто-то думает, что его дхарма не так хороша, лучше взять чужую, но это не так. Бхагаван Шри Кришна говорит, хотя могут проблемы быть в исполнении своего долга, какие-то неудобства, какие-то принципы, которые кто-то не может признать, вот кшатри, например. Но все же И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, если вы умираете в процессе исполнения своего долга, то так или иначе достигнете какого-то постоянного успеха. Но если вы будете прыгать, уклоняться от своих обязанностей, то не достигнете успеха. Вы должны исполнять свои обязанности. Вот он говорит Арджуне, ты должен исполнять свой долг кшатрия, поскольку обязанность кшатрия – это сражаться.
Я много раз говорил об обязанностях кшатриев и прочих. И вот те, кто кшатри, они должны исполнять свой долг. Те, кто саньяси, они тоже должны это делать. Вайши, шудры, тоже, вот согласно Варне и Ашраму, должны следовать правилам и предписаниям своего Ашрама или Варны. И вот согласно своим качествам, варне, ашраму, праву, они должны исполнять свои долги, обязанности. Кшатри должны сражаться, торговцы торговать, шудры работать и браманы, соответственно, свою браманскую деятельность исполнять. Я уже говорил о качестве брамана. Вот эти 12 качеств, если у человека нет их от природы, какой же он браман? И кшатри, их качества таковы. А вайши и шудры? И вот в Гите уже описывается все это, и согласно этому мы должны действовать. Махараш на санскрите перечислял все качества. И вот, а если мы не делаем это, то, что предписано нам, то успеха мы не достигнем. И вот сейчас большая опасность, поскольку если различные желания, возникают не связанные с преданностью, в этом случае, если мы следуем тому или иному, в этом опасность. И а если по милости Гуру Вайшнавов вы попали на правильный путь, то тогда нет проблем в этом, тогда вы сможете исполнить обязанности свои перед всеми. И вчера я говорил, Парихитя картам, если они обретают милость и служат лотосным стопам Мукунды Парад Паракхилешвара, полностью предавшись ему, то в этом случае ему не нужно такому человеку думать. Я уже вчера говорил, что вот эти все долги перед всеми живыми существами, мудрецами, полубогами, природой и прочими родителями, они исполняются. Вот, о царь, те, кто следует чистой преданности, служат лотосным стопам Верховного Господа, то им уже не нужно думать об исполнении своих обязанностей, они автоматически исполнятся. И такой человек, он уже не должен, он свободен, поскольку он служит Кришне, совершает Кришна Баджан. И поэтому в итоге, если вы оставите Варнашраму дхарму, это не проблема, но вы должны делать правильные вещи в правильное время, в правильном месте. И вот когда вы поклоняетесь, служите, отчьюте, то в этом случае
нет никаких проблем, поскольку все обязанности, которые вы были обязаны, это все исполняется. В Бхагаватам я уже говорил, если вы, например, поливаете корень дерева, то вам не нужно поливать ветки, плоды, цветы, листья дерева. Так и Кришна, он, вот согласно этой шлоке, он корень, он основа всего. Но этот мир, он наоборот, перевернут, и поэтому Кришна, он вверху, а является корнем. И вот этот мир самсара-друм, самсара-врикша, то есть его корень наверху, который олицетворен Кришной, а ветви внизу, которые олицетворяют собой все остальное. И вот если мы поливаем корень дерева, то не нужно отдельно поливать ветки, цветы, плоды, листья и все остальное у дерева. И поэтому все. Все наши обязанности, они исполняются, если мы служим Кришне. Если мы совершаем мукунда севу, бхагават севу. И поэтому Бхагаван сказал, что я могу взять всю ответственность на себя. И вот в таком состоянии Бхагаван говорит, вы должны оставить все. Сарвадхарман паритяджа мамакам шаранам враджа. И только предайтесь моим лотосным стопам. И дальше вот эта шлока. Если вы не будете исполнять свои обязанности, вы навлечете какой-то грех на себя, поскольку вы должны их исполнять. Но если вы на 100% предались мне, то тогда я могу спасти вас от опасности. Вам не нужно думать об этом. Это такова Сиддханта. И вот вам не нужно думать о том, какие обязанности исполняют то или все, но это не шутка. Вы должны подумать дважды перед тем, как предпринять какой-то шаг. Вы должны думать, каково состояние вашего ума, как вы совершаете баджан, поскольку если основа не ясна, то проблемы возникают. Кто-то говорит, что Гита слишком простой, я знаю. Но когда Гита, я знаю, что там, где кончается Гита, и вот где Бхагаван Шри Кришна дает последнее наставление в Гите Савадаван Паритяджа Мамакам Шаранам Враджа, это наивысшее наставление Гиты. И вот можно сказать, что это слишком просто. Но будьте уверены, там, где Гита заканчивается, а где она кончается, вот на этой шлоке. И вот это последнее наставление Бхагавад-гиты, и без этого наставления, не применив это наставление в своей жизни, нельзя войти на путь Бхагавад-дхармы. Я знаю, там, где Гита начинается, там Бхагавад-дхарма, она начинается. Вайшнава-дхарма, она начинается именно там. 100% самопредание, и Бхагаван Шри Кришна говорит, без полного самопредания вы не можете совершить атма-дхарму, и невозможно следовать ей без такого полного самопредания. И вот, когда постепенно мы разовьем, если мы будем исполнять свои обязанности в соответствии с варной и ашрамом, и тогда постепенно вы почувствуете непривязанность. И вот сейчас я сказал, что Бхагаван Шри Кришна говорит, что не нужно беспокоить таких людей, не готовых, они невежественны, но Бхагават Катха, Бхагават Дхарма, она настолько могущественна,
слава Кришне настолько велика, что даже охотник, он изменил свое сердце. Что я хочу сказать? Если я достаточно могуществен, то могу изменить вас, но если у меня нет такой силы, то только беспокойство возникнет. Если гуру настолько могуществен, как, например, Нарада, он настолько могуществен был, что даже охотник, который занимался такими суровыми делами, жестокими вещами, но благодаря влиянию Нарады, благодаря его могуществу, тот обрел его милость и достиг успеха. И таким образом, без милости чистых гуру вайшнавов, мы не можем достичь успеха, и поэтому мы должны следовать такой обычной процедуре. Конечно, если есть какой-то могущественный гуру или вайшнав, то, как в случае с Лакшахирой, она проститутка была, но по влиянию силы Харидас Такура она изменилась. И вот согласно прежней карме, она должна следовать этой процедуре в Арнашам Дарме, и постепенно она, эти люди разовьются во что-то более великое. И согласно нашему праву, вот как Гопа Кумар, он согласно своему праву, возможностям, он возвысился все выше и выше. Он изначально из Вриндавана в Раджатамы, и вот постепенно развиваясь, кто-то спросил его, и вот кто-то спросил, Гопа Кумар не изменил своего тела, как он смог достичь Галока Вриндавана. Я еще хочу напомнить, в чем же это напоминание можно вспомнить у Дурви Махараджи. И вот в тот раз я говорил, когда Дхрува Махарадж, когда колесница снизошла к нему, чтобы забрать его, то там говорится, что Дхрува Махарадж, он залез на эту колесницу. Не оставив своего тела, он зашел на колесницу, не оставив свое тело, но и также описывается, его тело автоматически стало трансцендентным, чинмой, как сияло, как свет. И вот там похожий случай, Гопа Кумар, он следовал какому-то особый случай это, и поэтому почему вы сомневаетесь по милости Кришны, что невозможно, по его милости возможно все. И вот обычно, если кто-то с какой-то низкой касты, падшая душа или еще в каком-то состоянии находится, но Бхагавад-дхарма, у нее есть особая сила. Если какой-то ачарья очень могуществен, то это одно. А если нет, то нужно следовать постепенному пути развития, не пытаться перепрыгивать. Какое-то великолепие может быть там, как Шукадев Госвами. Шукадев Госвами, он был, говорил. Я был занят Нирвишеш Брамой. И вот он уже сказал. Я был занят Ниргун Брамой, но можно вспомнить, я уже сказал вчера. Благодаря влиянию Вьясадева Госвами, Шактявьеша Аватара и по желанию Кришны, Шукадев Госвами, смотрите, он не какой-то обычный человек. Нанданадан Кришна, он пришел в форме Шукадева, есть такое свидетельство. Нанданадан Кришна, он пришел в форме Шуки, чтобы дать нам совет. И мы получаем такой совет от Шукадева. И в чем же он? И вот смотрите, Шукадев Госвами, он был, находился в лесу в таком полностью погруженном состоянии. Но я уже сказал об этой шлоке, которую Махапрабху цитировал из Бхагаватам.
Даже те, кто заняты были с Нирвишеш Брамой, они чувствовали влечение, они оставили свой Нирвишеш Браман и привлеклись личностью Верховного Господа. Качества Кришны настолько великолепны, поэтому его имя Кришна столь могущественное. Его лила, вилас и все остальное, и поэтому Шукадев Госвами, когда отправил, точнее, этот Весадев отправил ученика, и вот в этой шлоке описывается лила и красота Кришны. И вот, в общем, Ясадев сказал своему ученику, чтобы тот шел по лесу и пил эту шлоку. И когда Шукадев услышал, он был удивлен, вдохновлен и попросил продолжить, а тот сказал, что не знаю. И пойдем к Весадеву. И вот Кришна, он герой, и у него за ухом вот этот цветок, который описывается в этой шлоке, и вот Кришна иногда и в его руках также цветок лотоса, который он изящно вертит в руке, и этот лотосный цветок он перемещается, чтобы показать великолепие Кришны. И мы уже знаем из этого, что Шукадев Госвами, хотя был занят Нирвишеш Брамой, безличным Браманом, но все же он изменил свое настроение и пришел сюда. И он был лучшим из тех, кто говорит Бхагаватам по милости Кришны. Это было возможно. И вот основа в чем? Основу мы должны понять, то, что и вот пока вы не чувствуете такого влечения к Харикатхе, Харикиртану, в начале всего та процедура Бхаджана такова, что Шикша Гуру у нас есть, Дикша Гуру, Вартма Падарша Гуру, мы всех можем обрести. И вот с помощью Гуру и Вайшнавов можно избавиться от Асатсанги и всего остального, от Гьяна Анафилаши, Майявады и прочего. Рупа Госвами, Шрила Прабхупад говорит, и вот Сваруп Госвами, он подобен колонии на пути Гауди Баджана. И вот Махапрабху дал ему всю ответственность за всех этих всех вайшнавов, и вот Сваруп Госвами стал ответственным за это. Раньше был Мадхавендра Пурипат, он был подобен колонии, но сейчас Махапрабху дает ему ответственность за все вайшнавское общество. И вот Сваруп Госвами, он наш лидер Апракрита Вайдантик Ачарья. И вот Сваруп Госвами, Шрила Прабхупад говорит Сваруп Госвами, он никогда не позволял никакого майаваде, чтобы они достигли Махапрабху, никогда не позволял. И таким образом, если вы успешно избавиться от всех майавади, но опять же 20%, но смотрите, майавада все равно это осквернение. Вот согласно наставлению Сваруп Госвами, если мы сможем избежать всей майавады, всего оскорбления с нашей
жизни в преданности, то мы тогда сможем стать свободными нишанга. И вот мы можем обрести сатсангу через харинам и все остальное. И вот Шрила Прабхупада говорит, по наставлению Сваруп Госвами, если мы сможем избегать всех майявади, эти майявади, они начали приходить на поле преданности, на поле Гаудия Бхаджана. Шрила Прабхупада об этом говорит. Завтра я буду говорить об этом. И вот когда эти майявади приходят и принимают прибежище, ложное прибежище на пути духовной практики Гаудия Бхаджани, то тогда эти проблемы только начинались. А если просто вы ушли, и вот Шрила Прабхупада говорит, хотя Сварупа Госвами был очень строг, Сварупа Госвами, и вот Сварупа Госвами был занят, чтобы от имени Махапрабху попросить маленького Харидаса. Шрила Прабхупада сказал, и вот Сварупа Госвами получил звание Гаудия Ведантик Ачарьи. Он так много написал о Гуранге Махапрабху. И вот он был также занят в том, чтобы попросить милости у Махапрабху от имени Чота Харидаса, спросил, что он плохого сделал, пожалуйста, прости его. И Махапрабху разгневался, но все же Шрила Прабхупада сказал, что Сварупа Госвами, он также просил Махапрабху от имени Чота Харидаса, но Махапрабху, когда услышал, он его, Сварупа Госвами никогда не позволял никакой майявады у себя, каким-то материалистам. Если он видел, что чудо сердца оскренено майявадой, то Шрила Прабхупада, он напоминает нам, мы должны помнить, что такая великолепная личность, как Сварупа Госвами, кто был наилучшим в этом месте баджана, но все же он попросил Махапрабху от имени Сварупа Госвами. И вот и вот Махапрабху говорит, те, кто входит в область отречение, саньяси, брамачари, те, кто проявляют свое отречение, они уже что-то сделали, но все же, если они привлекаются, стремятся к каким-то материальным вещам, то я никогда не прощу их. И вот если какой-то саньяси, брамачари упал, он может вернуться домой, жениться, может жить семейной жизнью, проблем нету, но не может И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что такие люди, которые приняли саньясу, потом оставили, они не имеют права называться своим прежним именем и фамилией. И вот когда они принимают саньясу, потом отказываются от нее, то уже не могут забрать себе старое имя. Not that forcefully.
this way actually, in devotional field, Bhaktivinoda Prabhupada speaking, gradually those Mayavadi, they started taking certain false И вот на пути преданности Майавади начали принимать прибежище в Гаудия вайшнавских обществах, но их действия, их сиддханта, все это показывает, что они Майавади. И все проблемы из, от них только начинаются. И вот Махапрабху Сваруп Гасай, он хотя просил зачета Харидаса, но Махапрабху не позволил. И также Сваруп Гасай никогда не позволял встретиться с Махапрабху каких-то материалистов, майявади. И вот если вы изучали Шачитани Чайтамриту, там говорится, вот в этой шлоке Сваруп Гасай был очень гнев. И вот Гауранга и Джаганнатха, они не отличны друг от друга. Единственное, что мы должны сделать, вот это дуальная концепция, откуда возникает. Сваруп Гасай был очень гневен. И дал такой совет, что иди. Вот когда какой-то пришел этот бестолковый материальный поэт, то тот сказал ему, что иди общайся с вайшнавами, и тогда благодаря общению с преданными Гаудия Матха у тебя ты поймешь, что такое сиддханта. И вот если ко мне приходят кто-то, кто что-то там запомнили, но не знают сиддханта, это неправильно. И вот не приняв прибежище лотосных стоп Шачитани Матха, Гаудия Матха, никто не сможет стать успешным. Шрила Прабхупад сказал об этом. Думаете ли вы, что есть какие-то другие процедуры? В Дели однажды один человек спросил у меня, думаете ли вы, что есть какая-то другая процедура, чтобы обрести вечное служение Кришне? Думаете ли вы, что такой путь есть? Шрила Прабхупад ответил, нет. Нет никакого другого пути, это единственный путь. И вот Сваруп Гасай никогда не хотел Ты должен общаться с вайшнавами, тогда ты поймешь. Где, должен знать, где вся сиддханта. Сваруп Гасай, он был настолько могуществен, и таким образом Махапрабху никогда не мог потерпеть никакой сиддханта, отклонение от сиддханты, расабаса и прочих вещей. И поэтому Махапрабху, он в итоге явил такую лилу, чтобы показать, какое общение нам нужно, чтобы получить доступ в Рупануга Баджан. И вот Махапрабху отправился в Южную Индию. И вот он отправился на паломничество в Южную Индию. И по совету Сарвабхаума Бхаттачарьи он встретился с Рай Раманандой, поскольку мы не можем найти даже одного, кого можно было бы сравнить с Рай Раманандой. Махапрабху говорит так, только Рай Рамананда, у него была такая сила. Махапрабху уже сказал, только Рай Рамананда, он имеет такой адхикар, и те, кто следует Рай Рамананде, Сваруп Гасай, это внутреннее значение. Махапрабху громко сказал, что только у Рай Рамананды есть такой адхикар. И как мы знаем о том, что тело какого-то вайшнава, оно трансцендентно. Если мы будем применять эту формулу, то... То есть мы увидим, что он...
не привлекаются ничем материальным в своей жизни. Они чувствуют огромное влечение к Харикатхе, Харикиртану. Когда вайшнавы говорят Харикатху, они никогда не болеют. Но и такая же лила есть, что приходит какой-то доктор и запрещает говорить. А так вайшнавы, они никогда не болеют. Они радуются, говоря Харикатху, совершая кирта, но все равно это такая лила. И вот таким образом Сварупа Госвами, он никогда не позволял никаких майвади, чтобы они приходили к Махапрабху. И вот Расабас, вот как согласно этой шлоке, Махапрабху он гневался, когда слышал какой-то Расабас или Сидданта Вирот, и поэтому обязанность Сварупа Госвами было проверять все, что приносит к Махапрабху. Почему это была его обязанность? Поскольку мы все гауди, у нас тоже есть наша обязанность проверять все в санкиртан яге. Если это чистая санкиртан яге, если есть там Махапрабху, то Сварупа Госвами сейчас мы не видим перед собой, поэтому мы должны делать его обязанности за него. И вот обязанность Сварупа Госвами была в том, чтобы проверять все на соответствие сиданте. И поэтому мы майвади не можем позволить войти в область Гаудия Бхаджана. Если вообще приходят, то они должны эти майвади изменить свое сердце. И вот как это было возможно, условие такое было поставлено, что те, кто чувствует огромное влечение к Харикатхе, к Харикиртану, здесь слово «нирвина» значит, что они полностью пресыщены материальными наслаждениями, они устали от всякой материи, им надоело это. Но Шрила Прабхупад часто повторял такие слова, кто может достичь успеха на пути преданности, который показал Шриман Махапрабху. Тот, кто безразличен ко всем материальным наслаждениям, поскольку пока человек не разовьет такую непривязанность, полное отречение. То есть у него не должно быть привязанности ни к чему, и не должно быть склонности к наслаждению и ненависти к материальному тоже. Это тоже опасно, это другая сторона. То есть все должно быть в гармонии. И когда я буду говорить о кармарпоне, то там можно будет увидеть, что кармарпон в нашем дхарме сначала, а потом кармарпон Махапрабху и Рай Рамананда не обсуждают это. Но на пути кармарпона также есть ложное эго. Очень тонко, что мы что-то делаем и отдаем плоды этого Верховному Господу. И это тоже осквернение в какой-то степени, когда Бали Махарадж, он говорил перед Ваманой. И вот на месте, и он говорил: «О, Браман, ты пришел на место Яги, бери все, что пожелаешь». Это тоже был один из видов ложного эго. Он не знал, что он Верховный Господь Вишну. И Бали Махарадж не мог осознать. И вот он, Вишну, если бы Бали Махарадж в то время, он дал бы что-то Вамана Деву, это было бы осквернено. Но по милости
Прохлад Махараджи и по милости Верховного Господа он постепенно осознал, что это случилось из-за его ложного эго во всем этом материальном мире. Нет ничего, что можно считать по-настоящему нашим. Кто-то говорит, что моя жена, моя семья, мои деньги и прочее, мое. И пока мы не почувствуем в начале всего кармарпон, мы должны прочувствовать это, иначе наш кармарпон будет осквернен. Мы вроде будем предлагать, но это будет осквернено. Вначале мы должны чувствовать, что в этом материальном мире нет ничего, что можно было считать нашим. Нет ничего нашего. И такая концепция должна быть внутри нашего ума, чтобы очистить нас. Иначе, если такой запах, такое, что мы думаем, будем думать о себе, что мы делаем что-то, это также оскверняет. И вот на пути кармарпана тоже не все чисто. И Махапрабху говорит дальше. И вот Бали Махарадж, когда осознал о Кришне, вот и Прохлад Махарадж уже пришел, чтобы дать совет. И когда он осознал, что он сам Вишну, и его Гурудев, духовный гуру, Прохлад Махарадж. Но все же гуру Асура в Шукрачарья. О, Прохлад, кто тебе дал такое знание? А Прохлад Махарадж ответил, как они могут знать, вот эти демонические гуру, как они могут развить знания чистой преданности, если они сами ничего не знают. То есть ни прямо, ни косвенно они не могли бы меня научить. Те, кто заняты греховратой, то есть какими-то полностью материальной жизнью, греховрата, я уже говорил. То есть Грихаметхи и Санкиртанметхи, которые посвятили свою жизнь Санкиртане, а те, кто посвятили жизнь всяким материальным делам, то они об этом и думают. И тем временем, и вот Прохлад Махарадж, он говорит, что как люди могут обрести бхакти, это невозможно. Те, кто заняты греховратой, для них очень сложно, практически невозможно. Они не могут контролировать свои органы чувств и ум. И так постепенно они погружаются в тамагуну. Все глубже и глубже. И вот они наслаждаются каждый день теми одинаковыми материальными вещами, но все же не чувствуют ни привязанности, в этом их ошибка. И без помощи Гуру Вайшнавов никто не может стать успешным. Когда Бали Махарадж
думал о себе, что он дающий, что он может дать все, что Бали Махарадж хотел, но Бали Махарадж потом обнаружил, что я глуп. Во всем этом мире, во всех этих трех мирах нет ничего, что, о чем бы я мог думать, что это действительно мое. И это было состояние Бали Махараджа, поэтому Бали Махарадж, он Махаджан. Раньше, когда Бали Махарадж говорил это, он не был Махаджаном, впоследствии стал Махаджаном, поскольку он следовал прохлад Махараджа полностью. Последнюю часть жизни он полностью следовал прохлад Махараджа и стал Махаджаном. И вот когда Бали Махарадж обнаружил свое положение, что у него ничего нет, что Ваман Махарадж, он забрал своими двумя шагами все, что у него было, и что ж еще ему дать, ничего не осталось. И поэтому Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж говорит, вот, приводит такой прекрасный пример. Однажды я слушал Харикатху от Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, он пришел в наш мат. И вот услышав Харикатху, я был в брамачари в то время, и я думал, что же он сказал. Он сказал, что мы должны отказаться от наслаждения и от отречения тоже мы должны отречься. От Боги и тьяги. И он говорит, я не понял, наслаждение, от наслаждения отказаться, это понятно, от отречения это зачем? Я должен спросить у него. И вот сначала он не понял, что зачем отказываться от отречения. То есть отказаться от наслаждения, привязанности, это понятно, но от отречения вот непонятно, зачем отказываться. И вот он подошел к Шрили Сиддхартхе Госвами Махараджу, что сегодня вот сказали вот такие вещи, я не понял. Я знал, что от наслаждений мы должны отказаться, но вы говорите, мы должны избегать отречения также. И Сиддхартха Махарадж сказал «да». И вот он начал объяснять. Есть ли что-то в этом материальном мире, что, о чем мы можем думать, что это наше, и действительно, даже наше тело, но не совсем наше. Наш материальный ум, он тоже не совсем наш. Когда наш ум входит во Вриндаван полностью, и не остается никакого пространства для материи, и поэтому Радхарани говорит, когда мой ум не отличен от Вриндавана, ничего не остается, тогда мы успешны в Рагануга Баджане. Будьте осторожны с различных точек зрения. Я по милости Гуру Вайшнавов, я обсуждаю это. И вот Сиддхартха Госвами Махарадж говорит, мы должны отказаться от склонности к наслаждению и к отречению. Юкта Вайраги – это гармоничное отречение. И кто-то вот говорит, что я вот предлагаю цветы Кришне, но чьи это цветы? Цветы мы не на рынке купили, а Верховный Господь создал их, а это уже Его. А мы думаем о себе как о делающем, это концепция делающего может принести нам проблемы, и мы должны избавиться как от отречения, так и наслаждения. И поэтому я сказал, Шрила Прабхупад часто говорил, это зовется Юкта Вайраги. Чтобы объяснить эту Юкта Вайрагию, Шрила Прабхупад говорил, тот, кто следует слишком отречен от всего, не может совершать баджан, а тот, кто слишком привлечен к материальным вещам, он тоже не может совершать гаудия баджан. Это невозможно без юкта вайраги, гармоничной вайраги, гармоничного отречения использовать все в служении Кришне. Мы должны везде все мы должны использовать в служении Кришне.
не на словах, а в деле. Мы должны все это использовать. И тогда можно посмотреть, станем ли мы успешными или нет. Если не получилось снова и снова, мы должны пытаться, и тогда по милости Гуру Вайшнавов. Если вы получите полную милость чистых гуру и вайшнавов, и если гуру вайшнава не любят нас всем сердцем, то тогда вы увидите зеленый свет на своем пути. Шрила Бхакти Валабхчарита Госвами Махарадж говорит так: в тот день я был шокирован, слыша это, и когда я услышал, что Юкта Вараги, она такая гармоничная, что я был в замешательстве. И вот про кармарпон я завтра буду говорить, а по милости Прахлад Махараджа, когда Бали Махарадж смог осознать, что действительно все Вишну забрал, и нет ничего, что у меня бы осталось, поскольку Вишну, он вездесущий, Верховный Господь, он владелец всего. Бесконечные миры. Вишну. И вот этот Вишну, он вездесущий. Вишну, и из его пор, его тела исходят бесчисленные вселенные. И Бали Махарадж сейчас обнаружил, что он находится в такой плачевной ситуации, то он гордился, думал, что он властелин Сварги, Паталы и прочих планетных систем, но он осознал, что он никто, и это основа учения Гиты. Что у нас есть, и было, кто-то привязан ко всем своим материальным вещам, что, но если подумать, что у нас ничего нет по-настоящему нашего, все это временно, даже когда наше тело, оно и вот когда наше тело рождается в чреве матери, оно тоже не наше, оно благодаря природе происходит. И когда оплодотворение происходит, то тогда в чреве матери начинает зародыш формироваться. Все, с самого начала, все, что мы думаем, что наше, я уже говорил, почему я говорил, сейчас вы можете вспомнить. Карма брахмат бхавам риддхи, брахмакшара самат бхавам, тасмат сарвагатам брахма, нитям йогья пратиштхитам. So from Anya, you are getting power, you are getting part to children. И вот из зерна и так, вот как в этом стихе, это все благодаря природе, все сотворяется. Только душа ждет своей очереди, чтобы родиться, а потом, когда она рождается, начинает думать, что это ее тело и все остальное. Но это глупая концепция. Это тело не ее, это принадлежит природе. Если тело ваше, то почему оно не слушается полностью вас? Даже ваш материальный ум, он и то не под вашим контролем. Все, что у нас есть, вся наша собственность, она все материальная, мы все взяли это от природы, и когда мы будем оставлять свое тело, то вынуждены будем оставить все, что у нас есть, только душа, она выйдет из нашего тела, и последствия нашей кармы, они тоже будут двигаться за нами, и мы должны осознать
это основное учение Гиты. Даже мы не можем заявлять, что даже тело наше, когда мы предаемся лотосным стопам Гуру Вайшнавам, то мы должны посвятить это тело служению Гуру Вайшнавам. Мы не можем говорить, что это наше тело. И вот таким образом, когда мы оставляем тело, то все материальные составляющие, все, что у нас есть, все компоненты тела в различных формах, они по воле природы, они так соединились в определенном порядке, а когда мы оставляем тело, тело, оно разлагается на первые элементы, вода уходит и, ну, в общем, разлагается на составляющие, возвращается в такое первозданное состояние. И это так и происходит, и мы должны понять, что у нас нет ничего собственного, иначе просто какая-то сухая философия, если мы будем говорить о ней, то это глупо. Мы не должны следовать какой-то сахаджийской процедуре. И поэтому я объясняю все так досконально по милости Шрилы Прабхупады и Гуру Варги, чтобы я мог дать вам четкое представление о Рай Рамананда Самвате. Если я не смогу избавить вас от телесной концепции жизни, то тогда я не смогу достойно объяснить Рай Рамананда Самвате, вы его не поймете. Вначале всего мы должны избавиться от телесной концепции. Шукадев Госвами, когда говорил Харикатху Парикшит Махараджу, там Шукадев Госвами был очень умен и осторожен. Перед тем, как говорить о практике чистой преданности, десятой песни, которая полна лилы, Парикшит Махарадж, и вот он говорил Парикшит Махараджу, что тебе нужно отдохнуть, ты тут уже целую неделю не ешь, не пьешь, отдохни хотя бы, попей что-нибудь, поешь. Но Парикшит Махарадж сказал: не останавливайся, это моя просьба твоим лотосным стопам, о Гурудев, не останавливайся, я пью нектар твоей харикатхи. Я пью нектар, нектарную харикатху. Я за пределами этих телесных потребностей, я не чувствую жажды и необходимости отдохнуть или еще чего-то. И перед тем, как дать что-то сокровенное, Шукадев Госвами хотел проверить своего махараджа Парикшита. Парикшит значит проверенный и одобренный. Как, например, на фабрике продукцию перед тем, как выпустить продажи, проверяют и ставят штамп, что это проверено и одобрено. И также Парикшит Махарадж был проверен и одобрен, и поэтому он, по милости Шукадева Госвами, смог получить доступ в практику чистой преданности. И вот сейчас я хочу прояснить это. Когда Бали Махарадж осознал, что я глуп и в этом мире нет ничего, что же я могу отдать Вишну Бхагавану? У меня ничего нет. Да же мое тело не мое. И тогда, по милости Бхагавана и Прахлад Махараджа, он, его жена дала такой совет: почему бы тебе не предложить твою голову ему? По крайней мере, у тебя твое тело есть, можешь, хотя тело не его, но все же можно сказать: о Господь, у меня ничего не осталось. Вот мое тело, моя голова осталась, и, пожалуйста, наступи своим третьим шагом сюда, на мою голову. И в итоге этот третий шаг, третий шаг
когда сделал Бали, этот Ваман Махарадж, он наступил на голову Бали Махараджа, и таким образом Бали Махарадж достиг успеха в Атма Неведанном, в полном самопредании. Есть девять и сложная бхакти, и Бали Махарадж, вот он Махаджан, и достиг успеха в самопредании. И вот это осознание было с Бали Махараджем, но мы не можем понять это. И вот Кармарпон, он тоже опасен. И сейчас долгое время я говорил о Варнашрам Дхарме. Внешне мы знаем, что Варнашрам Дхарма — это внешний, толку особо нету. Но Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что в итоге мы должны отказаться от этой Варнашрама Дхармы. Чистого вайшнава нельзя заключить в категорию гуны и кармы. Это невозможно, но в итоге он от этого всего отказаться нужно, но не сейчас. Мы должны достичь того тхикара, того уровня, и потом уже можем отказаться от Варнашрамы. А сейчас мы должны следовать ей, следовать тому пути, чтобы достичь успеха. И вот мы должны понять, что вот Бали Махарадж поэтому и стал махаджаном, что он достиг успеха в самопредании. Когда дживатма достигает, чувствует огромную любовь, огромное влечение к Бхагавану, и вот когда она теряет все влечение к материальным делам, И вот я вчера говорил о карма-марге, насколько он болезненный. Каково такое плачевное состояние пути кармы, очень запутанное, очень опасное. Я знаю одного человека, ему говорили все, советовали начать баджан, а тот говорил, что у него есть сын, дочь точнее, вот он дочь замуж выдаст и сразу же баджан начнет. И вот дочь выдали замуж, говорят, вот сейчас можете баджан начать, ну, вот сейчас дочь ребенка родит, и вот увижу ребенка, сразу баджан начну. В итоге родился этот ребенок, этот человек привязался к нему, и, в общем, так и затянулся на пути этой кармы. Путь кармы, он никогда не безопасен, он очень опасен, и мы не должны следовать ему, он очень-очень опасен. И вот единственный путь, открытый перед нами, это совершать чистую преданность. Это очень хорошо. И вот если мы, как тот Тридади Саньяси, присытились материальной деятельностью, эти материальные действия — это источник боли, мы не можем избежать их. И когда он почувствовал, он как бы почувствовал, что ему все надоело, но не оставил это сразу. И в этом случае in the Bhagavatam already you know it is written, you know,
already is reading in Bhagavatam already that without inner, without any desire, ahituki bhakti. И вот мы должны совершать ахайтуки бхакти, такую беспричинную бхакти, без каких-либо посторонних желаний. И когда мы разовьем такую ахайтуки бхакти, беспричинную бхакти, мы должны достичь этого уровня. Мы должны понять процедуру юкта вайраги, это очень сложно, но мы должны понять только по милости Гуру Вайшнавов, мы можем осознать, и когда мы осознаем великолепие этой юкта вайраги, то тогда Харибаджан, что такое Харибаджан, понять, что такое Харибаджан. Я слышал от моей Гурварги, что чтобы понять, что такое Харибаджан, это занимает долгое время. Даже чтобы понять, что такое Харибаджан, это занимает долгое время. Мы должны понять настроение Рай-Рамананды, Гуранги Махапрабху, что хотел сказать Гуранга Махапрабху, почему Махапрабху совершал такую лилу, почему Махапрабху вот явил такую лилу. Махапрабху мог запросто сразу говорить о Бхагават-татве, как в Бхагават-гите. И вот в Гите, когда Бхагаван дает такой совет, и вот если мы думаем, что Бхагаван глуп, но это не так. Бхагаван, он, который поддерживает бесчисленные миры, есть какая-то причина в этом. Если бы Бхагаван сам прямо сказал, то не все люди бы поверили. И поэтому Бхагаван, он спросил у Рамананды, и Рамананда, он отвечает, Махапрабху просто спрашивает, а Рамананда отвечает. И поэтому Махапрабху следовал такой технике, что он спрашивал, а Рай-Рамананда отвечал. И таким образом Махапрабху через него сказал все о садан-садья-татве, постепенно, по всем шагам. И вот мы должны вспомнить, что Рай-Махашой, когда... И вот с завтрашнего дня я более подробно буду говорить об этом, и там мы найдем, что на берегу Годавари, в Видьянагаре. И вот я расскажу, как он встретился с Махапрабху и все остальное. Когда он был спрошен о садан садья-татве, то вначале всего по желанию Махапрабху, поскольку Рай-Рамананда, он расик-бхакта с самого начала. И вопрос, когда Махапрабху спросил, почему Рай-Рамананда, Рай-Махашой, он мог бы ответить сразу о высшей цели, он же расик-бхакта, мог бы сразу
о Высшем поведать. Почему он начал с самого начала? Но это было желание Махапрабху, и поэтому он подумал, что нужно начать с самого начала, иначе он Нарасик Бхакта, он мог бы с конца начать. Он бы смог сразу говорить о Радхадасе, о чувстве Радхарани. Но Рай Махашой говорит, Рай вот Рамананда по желанию Гуранги Махапрабху, он говорит так, и начал он с самого начала, и вот Рай Рамананда начал с самого начала с Вишну Пураны, привел свидетельство оттуда, я завтра буду говорить об этом. И вот Рай Махашой, он приводит такой пример. Начал с Варнашрама Дхармы. И вначале Варнашрама Дхарма, и те, кто утвердились в Варнашрама Дхарме, в Карма Миша Арчане. И вот когда Махапрабху не был доволен, то тогда он начал говорить о... о Кришна Кармарпуне. Я также много объяснял об этом. Кармарпун не так прост, и также это нечистая преданность, поскольку внутри какой-то ложный запах ложного эго. Может быть, там и поэтому Махапрабху сказал, что говорит дальше, глубже. Это все внешнее, и потом отречение от Варнашрама Дхармы, он говорил об этом. Махапрабху сказал, это тоже внешнее. Завтра буду более детально говорить об этом. Нужно ждать этого, и мы должны пытаться понять. Мы должны осознать все это. Эвам ману карма басам праюкте авиддаятмони уподхийомане притирна явадамайвасудеве намучате дехо йоге натават ванчакалпадурвасике пасенду бевачапатитанан паванебхо вайшнавебхо намо намаха.